Украинской пенитенциарной службе в рамках указа главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко 2015 года состоялась очередная 9-я передача осужденных. Сегодня в очередной раз в исполнении указа главы Донецкой Народной Республики 2015 года осуществлена очередная передача осужденных украинской стороне. Сегодня это осуществлено в количестве 19 человек. По очереди у нас получается 9-я передача. Общее количество переданных украинской стороне осужденных и следственно арестованных составило 166 человек. При передаче, которая состоялась на Мариупольской трассе, каких-либо прецедентов, вопросов не возникло, претензий со стороны принимающей стороны тоже не возникло. Служба в целом работает над этим направлением, принимаются заявления от осужденных, которые желают, в первую очередь, изъявляют желание пребывать на территории Украины. Мы стараемся этому не препятствовать и по мере возможности направляем после определенных согласований на территорию Украины. В частности, из 19 человек, которых были переданы сегодня, трое приговорены к пожизненному заключению. В первую очередь мы передаем тех, которые являются жителями западных областей Украины, чтобы иметь возможность быть ближе к своим родственникам, иметь возможность с ними периодически видеться. А есть данные о людях, которые, может быть, сейчас ожидают передачи или переданы, вот все, которые на сегодня? Мы принимаем все заявления, которые приходят от осужденных. Они находятся все на контроле, но решение вопросов не только за нашей службой непосредственно находится. Проводятся все соответствующие как согласования с различными министерствами и ведомствами. И после их прохождения осуществляется передача. И опять же, одна из сторон, сами понимаете, это украинская сторона. Они какие списки нам как бы подтверждающие дают, мы их передаем. Только после этого. Периодичность передачи зависит тоже не от нас, а только после того, как согласование, какие-то перемирия на линии соприкосновения. Сергей Михайлов, Новороссия ТВ.